супер вот по своей сути продукт, это нежная пента для интимной гигиены, с огромным количеством и растительных экстрактов, и растительных протеинов, есть молочная кислота, тоже правильный уровень кислотности. Так, и вот сейчас, Лора, я еще пока не вижу то, что вы спрашиваете, где-то там, добрый вечер, Одесса, все поняла. Значит, смотрите, много экстрактов, протеины, молочная кислота, как положено, естественно. Значит, очень-очень нежная, очень-очень натуральная, очень-очень экологичная, очень-очень зеленая. Да, дизайн очень мне нравится, он настолько нежный, он настолько вообще классный. Вот, ну, пенки вы знаете, да, что пенки очень экономные за счет вот того, что продукт вспенивается. При этом сам, уже и упаковка тоже, то есть там нету никаких, вот как, допустим, в аэрозолях или чем-то еще, там нету газов, пропеллентов. То есть все вот это содержимое, оно будет вспенивать, то есть чистый вот объем. Я же говорю, что очень-очень экологичная, очень зеленая, очень здоровая. Помимо того, у нее есть еще такой очень интересный такой момент, что вот эти вот растительные экстракты и протеины, они еще и антивозрастной эффект оказывают. То есть еще и для того, чтобы не было вялости и дряблости в интимной зоне. Ну, и безусловно, ну, и это тоже безусловно важно. Вот. Но основное ее, безусловно, это очень хорошее очищение. Это, конечно же, продукт микробиом френдли, то есть продукт дружественный, к микрофлоре собственный. Растения действительно очень хорошо действуют на то, чтобы успокоить, чтобы тоже снять раздражение. Но здесь еще более активно это действие, потому что на это работает вот целый вот такой вот натуральный комплекс на то, чтобы убрать все какие-то, может быть, раздражения, может быть, какие-то мелкие воспаления. Конечно же, опять-таки убирает неприятные запахи. Я сказала, что pH 4,5, то есть тоже правильный вот pH. Не содержит СЛС и ПСЛСов, не содержит антисептиков никаких, гель тоже не содержит. Без красителей, с натуральным ароматизатором, с очень приятным, я хочу сказать, запахом. И тоже с безопасным зеленым консервантом. Я же говорю, вот этой пенки вообще просто то, что можно вот сделать такое самое нежное, самое натуральное, при этом работающее как средство, как очищающее средство, то вот это все вот в этой пенке красивой, классной, полезной, экологичной, здоровой и так далее. То, что я как раз говорила, что вот здесь как раз и экстракт полевого хвоща, он как и антиэйдж-ингредиент, и жимолость здесь как антиэйдж-ингредиент. Но в основном, то есть это за счет того, чтобы увлажнить, чтобы снять раздражение сухости, для того, чтобы восстановить кожу и слизистые оболочки. Вот тут очень хороший у этих растительных компонентов, очень хороший восстанавливающий потенциал. Вот пенка люблю, не могу. Вот такая действительно, очень хочется, чтобы вы ее хорошо встретили, потому что действительно очень совершенно великолепный продукт. Это нам любимо. Следующий продукт – это тоже нам.